Доброго времени суток, уважаемые любители бокса. Артура Гатти – один из самых популярных боксеров за все времена в истории этого вида спорта. И вот его сын, Артура Гатти-младший, явно хочет пойти по стопам своего отца. Артура Гатти-младший уже сейчас интересуется боксом. Он достаточно популярен в Инстаграме, постепенно набирает все большее количество подписчиков и выкладывает там видео своих тренировок. Однако тренировки тренировками, а все задаются вопросом, а как же выглядит вот этот парень, внешне похожий на своего отца, в ринге, в реальном бою? Это скоро мы увидим. Досмотрите это видео до конца, а также поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите какой-нибудь комментарий, что вы думаете про Артура Гатти-младшего. Вот Артура Гатти-младший, который проживает в Монреале, находится в Лос-Анджелесе, в боксерском зале Майка Тайсона. Работает на лапах, а сам Майк в углу стоит и внимательно наблюдает за молодым Артура. Достаточно неплохо это выглядит. И вот Майк Тайсон лично тренирует сына Артура Гатти, показывает ему, как правильно работать на мешке. Многие знают, наверное, что Майк Тайсон очень уважал Артура Гатти. Они дружили с ним. И, в общем-то, Майк всегда восхищался смелостью Гатти и его железным подбородком. Конечно, демоны вне ринга слишком рано оборвали жизнь старшего Гатти. Но вполне возможно, что младший продолжит эту боксерскую традицию, ведь, скорее всего, бокс у него в крови. Майк Тайсон дает советы Артура, говорит, что тут лучше двигался на ногах, не стоял на месте и явно доволен подобным экспириенсом, если можно так выразиться. Но давайте все-таки перейдем к реальному бою. Вот это дебют Артура Гатти-младшего на любительском ринге. Бой этот состоялся в июле 2020 года. Вот рефери дает наставление боксерам Артура Гатти в синем. И сейчас посмотрим, чему он научился, в том числе и у Майка Тайсона, и насколько его гены помогут ему в этом бою. Естественно, интерес к этому бою был. Оппонент Гатти двигается, начинает работать. И Артура, обратите внимание, в стиле своего отца, ну, раннего Гатти, и рефери считает ему стоячий нокдаун. Естественно, в зале все довольны. Ну что, позволят продолжить бой? Кстати, обратили внимание, насколько удары Гатти-младшего сильнее и эффективнее, чем удары его оппонента. Гатти танцует. Явно он смотрел бои, в том числе и Роя Джонса. Но, естественно, стиль – это человек. И вот рефери считает второй нокдаун его оппоненту. Ну, как вы считаете, сможет Артура Гатти-младший повторить успех своего отца? Напишите свое мнение в комментариях. А с вами был Дмитрий. Всем доброго, удачи. До новых встреч.